Что ж, мы продолжаем с Resident Evil вторым ремейком. Где-то там внизу за нами гонится нечто, какое-то чудовище. Тиран, как его еще называют. Вспомнить бы, на чем мы остановились. Я думаю, что нам пора уже идти на следующий этаж, на третий. Установить взрывчатку прошлой серии. Мы нашли вроде как батарейку для нее. Так, тут где-то какие-то звуки. И это, похоже, ловушка. Так, минусуем пацана. Быстренько берем синенький ключик, как раз который нам нужен. И пошли, побежали дальше. Так, судя по всему, в эту комнату нам нужно. Здесь мы еще не были. У нас тут лежит порох, дощечку вижу. Здесь никого, здесь чисто. Вижу стену, так. Что мы можем к этой стене прикрепить? Наверное, детонатор. С4. Так, надо бы спрятаться. Леон, не спотыкайся об углы. Ну что, тиранчик, ты идешь? Да, походу, идет. Лови подарочек. Куда он делся? Да. Он что, типа за угол зашел? Он какой-то умный. Не получится нам, видимо, добраться до статуи женщины, пока там тиран спокойненько подобрать комбинацию, чтобы достать медальон. Блин, вот это тут вообще не кстати. Придется потратить на него флешку. Сейчас и заодно и тиран там зафлешится. Кайф, и я думаю, мы можем бежать. Блин, он так топает, прям как будто рядом совсем. Ну, надо будет какой-нибудь круг дать, чтобы от него оторваться. Не знаю, насколько сильно влияет то, что бегаю я или не бегаю. Говорят, что где-то я читал, где-то слышал, что можно, в принципе, ходить. И это будет безопаснее, тиран будет меньше реагировать на всякие шумы и шорохи, потому что как чуть что он слышит, так он сразу бежит на это место. Так, мы открыли проходик статуи единорога и какую-то коробочку залутали. Да, нам подсказывает, что можно изучить предмет. Жестяной контейнер. И что же в этом контейнере скрывается? Пленка. Вот, конечно, пленка нам сейчас не особо-то нужна, но может быть там какая-то интересная подсказка. И у нас карта второго этажа, да? Ага. Второго этажа с левой и правой стороны. Так. Ну что ж, статуя единорога. Есть ли у нас какая-то подсказка по комбинации? Так, где была эта записка? Клочок бумаги, да, видно. Девочка-мальчик. Что там? Девочка-мальчик, весы. И что-то последнее непонятное. К сожалению, тут не разобрать на этом клочке бумаги. Ну ладно, попробуем подобрать. Мальчик-девочка. Весы. И что? Ну пусть будет это. Окей, это сработало. Забираем медальон. И погнали, пройдемся через библиотеку. Блин, как же он круто этим стволом тычет. Так, я надеюсь, ребята, вы тут все не встанете. Забираем книгу. Так, и используем ключ новый, который мы только что схватили в быстрой спешке. Где-то он опять вот топает. Не понимаю, снизу где-то или за мной прям. Снизу, я понял. Блин, вот это... Сейчас вообще очень не кстати, нужно Леончик бежать.
Ну давайте справим, подхилимся, не будем рисковать, испытывать судьбу. Быстренько-быстренько сейчас закинем медальончик. Есть, один медальончик есть. Тут сразу все мигом оживились. Давай-давай, иди сюда, иди сюда. Хорошо. Я пошел дальше. Так, давай заканчивай, ну, без этой вот. И ты меня не кус... Нет, ну все-таки он меня укусил. Только-только вот отхилился и уже снова здоровье находится в режиме внимания. Здесь была еще дверь с этим ключом. Здесь у нас все полутано. Используем синий ключ. Открываем срез, получается, на второй этаж. Мы могли просто через этот вот, если тут на улице подняться, так, зеленая трава, это хорошо. Могли вот здесь подняться, еще с самого начала, но никуда бы мы там далеко не ушли. Наверное, могли бы еще в галерею зайти. Так, ну, от этого... Нам нужно сначала убежать, чтобы уже спокойно двигаться к метке на нашей карте. Так, что мы имеем? Нет, он все гонится, но мы откроем вот здесь срез, получается, через офис. Окей, тут мы оставили немножко друзей, которые будут нам мешаться. Окей, бежим до сейва, наверное, надо хилочку взять обязательно. Без хилочки мы дальше не двинем. Далеко не продвинемся. А, подсказывает, что нужно синий ключ выбросить. Я пока скину зеленую траву. И возьму. Объединю, наверное, красную траву с зеленой травой. Получается большая хилка у нас. А, чтобы еще достать, взять с собой. Ну, давайте еще одну хилку. Сейчас выкину ключ. И у нас получится... Два свободных слота, плюс шкатулка, потому что мы сейчас пойдем книгу поставим в руку. Получим, скорее всего, этот красный камень с фотографией, который у нас был в подсказке. Так, делать ли что-то с порохом? Ну, давайте объединим, получится патроны для дробовика, их аж 21 штука целая. Пора бы уже дробовичок лутать. Так, и остается три слота. Сейчас минус еще пленка. Посмотрим, что там у нас на пленке полезного. Подсказка для статуи льва. Так, корона, пламя и птица была вроде, да? Это как раз то, что нам нужно. Сохраняемся и... Пойдем, наверное, к статуе льва. Залутаем еще один медальон. Также нам бы побежать как-нибудь... Блин, как бы нам так до льва добежать, чтобы через тирана не бежать. Через библиотеку, что ли, снова. Что я могу взять? Да, наверное, ничего не буду брать с собой. Погнали, в общем. Надо до статуи льва добраться. Слышу, где-то топает. Где-то топает. Но он так на самом деле громко топает. Его можно за километр учуять. Блин, где-то вот тут, что ли, за стеной прям топает. Не понимаю, на втором этаже. Через второй этаж, который как раз я хочу пойти. Ну, сейчас проверим, встретимся мы с ним или нет. Иначе придется идти через первый этаж. Хотя так, наверное, было бы даже и короче. Ну, не знаю, я стараюсь выбирать более безопасные пути, плюс... По ходу дела еще пытаться собирать все то, что у нас разбросано в комнатах. Да, жуткая кровь на стене. Тут, насколько помню, в первом прохождении, в первом сценарии, то ли на этом этаже, то ли на третьем этаже, были лизуны.
один лизун или два лизуна было, и это было жестко, типа, ну. Ну, как бы во втором сценарии здесь их нету, они уже на первом этаже поджидают сразу с самого начала. Так, пойти статую льва сделать? Или все-таки вернуться обратно? Мы же там взорвали проход на третьем этаже. Есть у нас подсказка по статуе женщины? Так, тут нету. Вот здесь четко есть. Баран, арфа и птица, да? Судя по всему, получается. Ну что ж, я думаю, что надо идти обратно. Подниматься на третий этаж. Быстренько забежать. Полутать медальон. Все комбинации у нас уже есть, и мы все три медальона достанем сейчас. Осталось дело за малым, только дойти. Что-то в коридоре красное, судя по всему. Где-то что-то оставил в коридоре, что ли? Какой-то лут. Ну, здесь вроде ничего нету. Лут мы не бросаем, не разбрасываемся. Лут это нам сейчас очень необходим. А, вижу, вот, да, в уголке тут патры лежат. 45-го калибра от ЦПшки, ну давай. Тут как-то и зомбарей что-то нету, и... Окей, там все полутало, ты тут на третьем этаже у меня в коридоре что-то лежит. Но третий этаж мы особо не успели полутать. Мы в спешке дернули в начале серии отсюда. Вот мы и вернулись. Так, другалечек, ты подождешь пока. Какой же тут был пароль? Наверное, как в первом прохождении, то есть, ну, коды от сейфов, от шкафчиков, я так понимаю, остался прежний. Да, все именно так. Получаем патроны на револьвер, которого у нас нету. Ну, постараемся сильно не шуметь, чтобы не привлекать сейчас внимание тирана, потому что он сейчас будет очень не кстати. Вот сейчас мы конкретно в тупике, как бы. Берегись этих жутких ублюдков, они как будто живьем с них кожу содрали. Ага, они слепы, но при этом у них очень чуткий слух. Видите, пишут, что можно спокойно перемещаться, и тогда они не будут реагировать, но я пробовал, то есть я реально пробовал спокойно пройти, то есть тут других режимов ходьбы нету, более там медленных там. Пробовал, то есть в прицеле, это понятно, что в руке была граната, но то же самое, прицел типа шел тихо и как-то мне эти шорохи не нравятся. И не сработало, лизун все равно среагировал. Ну идем туда спокойненько, так. Дойдем до этой статуи. Какая тут была подсказка. Сейчас нужно еще раз посмотреть. Это статуя льва, вот это статуя женщины. Баран, арфа и птица. И птица. Тут немножко замазано было, не видно. Но, в принципе, разобрать можно. Так, что за звук был рядом со мной только что? Очень-очень странный звук. Так, тут записка. Чьи-то каракули, да, взорвать стену. Если кому интересно, останавливайте на паузу. То есть ставьте на паузу, читайте записки. Я эти записки читать не буду, так как я их как бы знаю, я их уже читал в первом прохождении. Они известны как бы. Так, теперь у нас статуя льва осталась. Корона, пламя и что-то там еще было. Получается, мы сейчас через библиотеку. Красиво, да, сбегаем.
чем у нас там по обстановке внизу. Вроде пока спокойно, пока нас там нету. Все спокойно. Так, ну вышли мы в холл. Музыки нагнетающей нету, вот только бабка встает. Бабуль, ты зачем встала? Ложись, ложись, отдыхай, дальше тебе пора на покой уже. Я так помогу, чисто массаж сделаю, рельсы, шпалы. Окей. Корона была, да? Пламя и птица. Так, ну получается, все медальоны у нас на месте. Да, нам подсказывают активировать статую богини. Ага. Вот, легок на помине. Интересно, успею я поставить? Я надеюсь, что время в игре как бы замирает. И он тоже сейчас стоит на месте, ждет, пока я поставлю все медальоны. Да, окей, выход мы нашли. Ну, выход именно с полицейского участка. Блин, тогда сейчас засада будет. Давай, давай, падай, падай, падай. Нужно очень срочно пройти. Но мы пока не пойдем, нам нужно сейчас книгу поставить там в руку статую, там что-то с этой статуей сделать. Вот, судя по всему, сюда, в галерею. Я прям слышу, как он за мной идет. И это дело, конечно, добром не закончится. Сразу объединяем с книгой. Быстренько ставим. Так, пошла заставочка. Музыка притихла. Я надеюсь, он уже не у меня в комнате там стоит за мной, за спиной. Хотя бы дадут время убежать. Так, достаем камушек. И сразу объединяемся с шкатулкой. Что у нас в шкатулке? Жетон Старс. Жетон Старс. Видимо, очень полезная вещь, но сейчас не до этого вообще. Вообще абсолютно. Что, мне даже им кинуть нечего. Но у меня есть две хилки. В принципе... Можно попытаться пройти. Сейчас, подожди. Хильнусь. И побежали, побежали. А вот это тоже нужно забрать обязательно. Повезло, что я не просто выбежал сейчас из этого помещения. Тут записочка, какой-то журнальчик. Но сейчас не до журнальчика. Просто сейчас бежим на ноге. Быстренько. Блин, дружочек, ты сейчас вообще не вовремя встаешь. Ладно, с ножом в груди пока побегаешь. Мне все равно этот нож не нужен. От тирана я не отобьюсь им. Так. Через первый этаж пойти. Окей, давайте тут, наверное, быстрее будет. Мы за дробовиком сейчас бежим. У нас есть ключ-карта. Я и забыл, что я их тут двоих запер в этом помещении. Довели меня до опасного состояния. Да, вот это абсолютно не радует. Ну что ж, придется использовать хилку. Но сейчас мы возьмем дрободан. И у нас на него дофига просто патронов, которые находятся тут неподалеку. Хроне фотолаборатории совсем неподалеку. Так, как бы так, менеджмент инвентаря, люблю, когда все красиво. Что, кто? Офигеть, он уже тут, он уже сзади. Так, срочно уйди с дороги. Ш-
Что, одним укусом меня довел до опасного состояния? Даже не было состояния внимания, просто сразу меня довел. Еще этот бежит за мной. Черт, в плаще черном. Он же сюда не зайдет, правильно? Видимо, не зайдет. Окей, снова мы потратили все хилки. Так, берем патры на дробовик. Скидываем красную траву, берем лечебный спрей и взять еще один лечебный спрей. Окей, закину еще патры. Надо еще один лечебный спрей. Но нам вообще подхилиться бы надо на самом деле. И патры на револьвер возьмем, потому что мы сейчас сходим за револьвером. Так, еще три слота остается. Да, окей. Придется использовать. А что поделать? Придется использовать спрей. Да, жестко-жестко сейчас было. Я и забыл, что они там вдвоем у меня остались в комнате хранения. Два зомбаря закрыты. Странно, что они не могли дверь открыть, уже давно выйти. Ну да ладно. Изучаем жетон. Окей, да, там флешка, там, по-моему, как раз-таки на этом компе как раз нужна была флешка. Так, ничего не забыл. А я тут, в принципе, и нечего мне забывать. У меня тут ничего нету, кроме бесполезной травы пока что. Так, где-то он опять рядом топает. Только где он реально физически находится? Ну, мы почти у офиса Stars. Сейчас полутаем револьвер и, получается, можем двигать на выход к этой статуе богини, где мы открыли проход. Окей. Используем. Давай, давай, открывай. Показывай, что там у вас интересное лежит. Получаем с вами громовой ястреб. Так, немножечко сейчас небольшой логистикой займемся, так чтобы... Да. Каждый калибр под каждым стволом. И еще письмо членам Stars. Классным ребятам из Stars. Ну как в этом старом сыром участке. Еще не прогнулись по старину Айронса. Так, может быть, я продлю отпуск на полгода. Угу. Джилл, если будешь общаться с Клэр, скажи ей, что все отлично. Крис Редфилд. Это случайно не брат ли? Не брат Клэр ли случайно? Я думаю, что да. Окей, ладно. Извиняюсь за небольшую паузу, что-то надо было подумать. Окей, жетон Stars. Он, судя по всему, нам еще будет нужен. Зато мы теперь офис Stars полностью залутали. Есть еще дальше по коридору приемная. Но нам сейчас нужно попасть в холл. На правую сторону мы вернемся попозже, я думаю. Потому что там, в принципе-то, делать нечего на втором этаже. Первый этаж мы вроде как просмотрели. Офигеть! Он тут прямо у дверей стоял. Вот говнюк. Быстренько по съемам. Даем, быстренько бежим. Задержались мы тут уже, нужно нам уже поскорее на выход, как бы двигаться дальше по сюжету. Ну, никогда в жизни он нас не догонит, блин, но тут он подловил чётенько вообще, просто чётенько подловил. Фу.
Еще патроны для дробовика. Как же я сейчас обосрался. Реально. Ну так, немножко сиранул. И он где-то тут совсем рядом. А, давайте сохраняемся. С полными карманами. Сейчас. И двинем дальше сейчас. Надо что-то, наверное, скинуть. Что-то оставить, а вот что? Давайте, патрон для дробовика. У нас и так их полная пачка. И порох скинем. Окей, будет нормально. И получается на выход... на выход через парковку. Ну, наверное, до парковки еще надо будет дойти, да? Да. Не люблю вот эти темные коридоры, темные помещения. Есть у нас проход слева. А что тут в самом низу еще? Какой-то вниз есть проход. Вижу каешку. Окей. Так, а здесь? А здесь, судя по всему, надо использовать как раз какие-то джетон Stars. И что же мы получим? Длинный ствол на револьвер. Окей. Теперь у нас такая балем была там жесткая. С таким длинным стволом. Уменьшает отдачу и увеличивает огневую мощь. Пойдет, пойдет. Горит красным, жетон горит, типа. Что я, получается, могу. Окей, теперь стало синим. А зачем я забирал жетон, если он мне не нужен? Ладно, выбросим, как бы. От него уже толку нету. Я думал, что, может быть, жетон нужен будет на парковке, но... Но нет, как бы. На жетоне написано... Написано Stars и был офис Stars, все логично. Блин, не нравятся мне эти звуки абсолютно. Где-то нас еще что-то ждет впереди, по-любому. Неспроста еще. Или он это заметил, то есть это не просто какой-то посторонний звук. Ё-моё. Реально, что за хрень какая-то? Ты еще кто? Воин, кто ты? Симпелео. Ёха, это что творит? Ну и что с тобой делать? Да, слова тут точно не помогут. Давайте, наверное, как раз у нас полный дробовичок. Как раз на босса получается. Ну, ему не нравится выстрелы дробью. И я прям не стесняюсь, прям вплотную влезу. Не даю ему даже голову поднять. А, надо в глаз, давай. Да, хорошо. Окей. Окей, согласен. Согласен с тобой, моя ошибка. Скушай пока лимончик, я погнал. Надо попадать ему в глаз. А куда он глаз спрятал? Блин. Ай, достал все-таки. Говнюк. На, в глаз тебе. А вот это я неудачно забежал тут. Тупичок. Ладно, хилка есть. Трава красная есть. Патры быстренько хватаем. Ну, заходи. Заходи, заходи, давай. Держи. Согласен, согласен. Ну, еще один удар мы пережили, но надо срочно принимать хилку. Просто я не знаю, смогу ли я так от него убежать. Что-то он там угол нюхает, стоит, я не понимаю. Давай, выходи оттуда. Выходи, выходи, давай. Он класс спрятал. Вот говнюк.
Ну ничего, сейчас мы обратно его класс достанем. Перезарядочка. Ну. Ладно. Видимо, не в этот раз. Окей. О, зеленая трава. Как раз то, что нужно. Что еще тут есть полезного? Патрончики. Дружочек, ну давай-ка ты. Давай, надо расстояние немножко разорвать. Не махай, давай, надо в власть тебе попадать. Нервничай. Окей, ему больно. Вот так вот сделаем. Не зря же мы все обвесы нашли уже на громовой ястреб, на револьвер. С револьвера то урончик пролетает больно. Давай, на связи, ББ. Somebody's watching me. Ну, кто-то за тобой присматривает или кто-то действительно наблюдает. Просто с чего бы вдруг лестница сама опустилась. Как бы там ни было, сейчас важно все тут обыскать на предмет лута. Так, в каких углах мы были, в каких не были. В каких-то мы были, в каких-то не были. Вот здесь мы не были, в этом закуточке. Патроны, граната и трава. Ну, в принципе, неплохо. Так, а мы где-то что-то еще оставили. Вот сюда мы точно заходили. Здесь все собрал. А, да, вообще, походу, здесь в аппаратные я вообще все собрал. Ну ладно, тогда погнали на лестницу, поднимаемся. Сейчас еще тут не забыть бы просмотреть. Вот это помещение, куда мы не попали. Ага, порох. Отлично. И еще одна трава. Ну, объединим, сделаем двойную зеленую. Вот эти шкафчики очень выглядят лутабельно. Но тут показывает, что уже все собрано. Ну ладно. Тогда погнали. Не будем терять времени. Ну, инвентарь у нас полный. Если вдруг что полутать, мы сейчас ничего не сможем. Ну, может и не придется, как бы. Поскорее бы сохранение после босса дали бы. А, вот и вижу уже схрон, значит, есть и сохранение. Ну, отлично. Что у нас тут? Надбедренная сумка. Еще два слота. Отлично. Как раз только что про это говорил, что полный инвентарь. Так, подкинем патронов. Есть, в принципе, порох. Даже два пороха у меня есть. А вот объединить бы их или нет? Я думаю, что пока что, наверное, нет. Нам патронов на пистолет хватает. На один и на второй. Да, ладно, сохраняемся. И пойдемте с вами дальше. Здесь тоже, по-видимому, все. Быстрое сохранение, значит, сейчас что-то будет. Вот это рычание мне совсем не понравилось. Так, ну мы на парковке, получается, туда, куда нам и нужно было. Везде горит красный, наверное, выходы закрыты. А здесь у меня такой карты нету.
Damn. Need a key card. Вот это не очень хорошо сейчас. Ну, Леон, чё ты не стрелял? Давай, 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 дотянись до пушки. Леон, соберись. Hey. Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Полностью согласен с данной женщиной, как бы. Нужно выбираться, но... Hey, нам нужно получить... магнитную карту. Ну, можно пойти в дверь, куда она вышла, а тут есть вот еще одна дверь открылась, зелененькая. Зеленым горит. Предлагаю сюда сначала пойти. Что-то на парковке не полутано. Так, полицейском участке. Окей, ладно, пока. Где-то, да, парковка, да, получается, под полицейским участком. На первом этаже еще много неоткрытых зон. Да, мы обязательно вернемся. То есть, ну, мы как бы вышли, но мы, получается, должны будем вернуться туда. Еще одна закрытая дверь. Ладно, начинаем исследовать. Желтую коробочку вижу. Так, уведомление об утилизации. Патрульной машины. 74-93, да. Тут ключики, да, скорее всего, лежат. Да, 74-39, извиняюсь. Сообщение от мистера енота. Ага, куклы, куклы. Понятно, можно стрелять в куклы. Дверь с розовым ромбом. Такого ключа у нас пока что нету, так что смотрим. Это помещение. Так, ты встанешь? Не встанет. Очень хорошо, но дробовик у нас полная пачка патронов. Стрельбище мы полутали. Сюда бы было бы хорошо еще пройти, но, наверное, это попозже надо пройти дальше, посмотреть, что там есть. Тут еще был проходик. Так, он самый, да. Не нравятся мне эти звуки. Что-то там воет. Ну, раз были собаки в катсцене, то, скорее всего, мы сейчас заходим в питомник, да? Берем высококачественный порох, который нам очень нужен. Да, и тут эти собачки. Не нравятся мне. Не нравятся мне эти собачки. Как бы. Уж извините, извините, что я так с собачками обращаюсь. Но они явно желают мне зла. God damn it. Просто непонятно, выбьют они эту решетку или не выбьют. Потом будет проблематичненько с ними. Заканчиваются патроны на Матильду. Обычные 9 мм патроны. У нас есть еще одно прекрасное оружие, на которых у нас патронов полно. О, так, что тут за коридор? Ага, здесь нужно какой-то рычаг найти. Я понял. И мы... Ну давай, давай, вставай. Вставай, 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 давай.
Го драться давай, на, до крови прям давай. Чего ты замер? Подходи. Ну сколько же тебе надо-то? Ну ё-моё. Ну давай вот так. Вот так ему понравилось больше. Записочка. Протокол вскрытия. Имя умершего Джастин Хансон. Мужчина 39 лет. Ага, найден мертвым в тюремной кровати. Умерший страдал тягой к воровству. Несколько раз находили у него там что-то в руке. Скорее всего, он как раз таки нам сейчас и нужен. У него может быть что-то ценное для нас. Так, красная трава. Ну, придется объединить. Синий трава, потому что место-то заканчивается в инвентаре. А место нам сейчас, скорее всего, будет нужно, чтобы ключики полутать или что-то. Так, этот шкафчик мы не трогаем. Кто у нас тут? Тут никого. Здесь у нас тоже пустой шкафчик. Окей, оставим. Так, а что у него? У него флешка, да? Ну, в принципе, есть слот для флешки. Но я думаю, что пускай он пока полежит. Вернемся мы за этой флешкой. Надо будет сбегать. Снова скинуть немножечко. Скинуть немножечко вещей в схрон. Вот, так, этот мне уже сразу не понравился. Задвигаем его обратно. Так, здесь тоже пусто. Значит, вот эти два, в этих двух будет... Ага, вот этот, судя по всему, наш клиент. Да, что-то там лежит. С этой стороны не могу взять. Ну давай. Хочешь попробовать? Дробь. Приятного аппетита. Найден ключ с фиолетовым ромбиком. Да, помню, что там была дверь как раз таки. Здесь пусто. Получается, в этом помещении осталась флешка. Ну, флешка как бы не так, чтобы часто падает. В принципе... Надо было бы к ней вернуться, как бы по-хорошему. Забрать ее. Так, ну по паттерам как-то все не густо. Но как бы терпимо, терпимо. Игра такая получается. Игра просто. Так. И куда я бегу? Подожди. Ну давайте, да, ключик используем. Очень интересно, что там в полицейской машине у нас лежит. Ложа на Матильду. На которую у меня 4 патрона всего лишь. Нет места в снаряжении. Окей, а так, будет место сейчас? Да, вот так будет, но... Я думаю, что надо Матильду сейчас... пойти скинуть, потому что она занимает аж 2 слота, а патронов у меня на нее нету пока что. Есть у меня там порох, в принципе, типа можно сделать с 2 обычных порохов патроны, но опять-таки нет пока места в схроне, пока что все самое необходимое у меня с собой. Попробовать как-то так поставить их. Ну, типа, ничего не поменялось от этого, само собой. Просто чтобы не было понятнее, как у меня что лежит в инвентаре. А высококачественный порох, это опять на дробовик можно совместить с порохом. Пока что скинем. Скинем, я думаю, ничего с ним делать не будем. Вот обычный порох объединим.
Да. Прибавим себе патроны на Матильду, перезарядочка. И два слота у нас снова свободны. Брать этот порох или не брать? Ну, не знаю. Пока так. И будем на этом заканчивать серию. Сохраняемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч в новой серии. Всем пока.